Больше 40 километров бесхозных сетей дождевой канализации взяло под свой контроль муниципальное предприятие инженерной системы. Все эти участки уже отремонтировали и почистили. На этом работа не останавливается. Мы очень активно общаемся с городами-миллионниками. Хочется отметить положительные сдвиги вот на фоне тех городов в части города Самары, в том плане, что вот на сегодня у нас как бы одинаковое количество сетей, и у них в районе где-то 350, и у нас. Но мы ежегодно прогрессируем, мы ежегодно принимаем порядка 10 километров на свой баланс. И мы еще ранее, год назад, давали обещание, что к 2018 году, к чемпионату мира, эта цифра достигнет 400 километров. То есть мы обязуемся, что мы к чемпионату мира примем уже бесхозных сетей порядка 40 километров, ну и, соответственно, восстановим. Во дворе по улице Карла Маркса работают сразу несколько бригад. Этот участок на баланс принят недавно. Объем работ здесь большой. Раньше колодцы были завалены землей. За долгие годы в одном из них даже выросло дерево. В короткие сроки специалисты капитально отремонтировали 9 колодцев и промыли 350 метров трубопроводов. Теперь этому двору глубокие лужи не грозят. Если дождик пойдет, дождевая вода вся будет уходить без препятствий. Местные жители таким переменам рады. Раньше, говорят, здесь было не пройти, не проехать. Конечно, нужны ливневки. Чтобы жителям было максимально комфортно, специалисты инженерных систем работают ежедневно в любую погоду. Слабаков здесь нет, говорит Дмитрий Караванский. И в дождь, и в снег всегда на рабочем посту. Но профессию сменить и не думал. Такой характер воспитал отец. Он проработал на этом предприятии больше 20 лет. Ну, работу приходится выполнять в разных условиях. Дождь, снег, ветер, мороз, холод, жара. Ну и потом не везде техника может подойти. Не всю работу может сделать техника. Скажем так, лопату, лом никто еще не отменял. Чтобы привести в порядок еще больше сетей дождевой канализации города, предприятие обновляет парк спецтехники. В этом году он пополнился 2 новыми машинами с повышенной проходимостью. Они будут перевозить ремонтные бригады, оборудование и материалы. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов. События.